Здесь красивая такая фреска. И на ней уровни для прохождения. Так, первый пройден. И открывается здесь три пути. То есть есть путь мудреца. Здесь уровни за Гэндальфа. Есть путь короля. Он самый длинный, ну, потому что часть называется «Возвращение короля». Логично, да? Путь короля. И есть уровни за хоббитов, за Фродо. Я пройду сначала мудреца, пожалуй. Да. Путь мудреца. Дорога на Изенгард. Гэндальфа третий уровень. Эти закрыты. Потому что дорогу мудреца может пройти только Гэндальф. Итак, продолжаем охоту на орков. Пройди сюда. Не связывайтесь со мной. Я в гневе. Стоит тут, стреляет видителя. Ой, плохо дело. Один со щитом. Так, стрелы. Вот эти повозки можно взорвать. Ну вот так, разделаться со всеми, кто тут еще. Охраняют мост. Два тут товарища. Подождите, иду, иду. А если встать посередине, интересно, они застрелят друг друга? I was sent back to assume your mantle, to right your wrongs. It is you who spreads fear amongst the monsters. Не трогайте старичка. Он может ведь и врезать. Тут какие-то маленькие орки. Есть большие урукхаи. И такие обычные. Обычная мелочь. Ну тут энды помогают с ними сражаться. Но вот эти вот ходячие деревья, они, кстати, топчут всех подряд. И Гэндальфа затопчут, нефиг делать. Вообще не смотрят под ноги. Вот сверху появился счетчик, нужно убить 75 орков. Только после этого откроется проход. Они мне тоже помогают, топчут их. Главное не попасться им под ноги. Ой-ой. Дайте хоть кого-нибудь заколбасить. Сами справляются. Ну тут сложно получить хороший рейтинг за бой, потому что как-то мало орков. Их все время топчут эти деревья. Пока что все только нормально. Вам, пожалуйста, проходите.
Открылся. А какой коридорчик? They require burning before they destroy all who live here. Да подожди, не дает прям прицелиться. Ну там такая толпа валит ко мне. Да подходите, давно вас жду. Давайте, давайте. Ну вот, новый уровень. Вот там башня Сарумянская. Видно ее. Saruman, the time of unmaking is at hand. Such anger, I Хренануло. Мне нужно повалить вот эти башни, потому что они вон что утворяют. Стреляют прямо. Бедного Гэндальфа. Безобидного Гэндальфа. Старичка. Вот вам. Иду, иду. Вот так вот он расправился. Да дайте шибануть-то вас хоть немножко. Там что-то светится. Ну чё разлеглись? Подъём! Не забудь добить. Бегут, бегут. Так, там стрелки. Что у меня плоховато со здоровьем? Там один поднялся. Ну ничего, догонит. Нужно помочь этому Энду сломать плотину. Вот они ему мешают, тут стоят. Какой крепкий попался орк. Он оставил после себя здоровье. И тех стрелков тоже надо убрать. Бегут новые. Так, урхаи тут тоже подоспели. Хорошо, много стрел мне надавали. Прорвался. Мелочь противная. Опять подожгли деревца. Враги природы. Давай, ломай! Поднажми! А
Там, по-моему, да, еще один стрелок. Кто нету? Саруман в шоке. Итак, результаты. Четвертый уровень. Ну да, здесь будет больше хорошо, потому что, ну, а очень хорошо вообще нету. Прикупим апгрейдиков. Так, что тут у нас есть? Гнев Анора. Кнопка 4. Один, восемь. Так, это дым войны. Постоянно увеличивает ваше здоровье. Вот это мне нравится. 2-2-4 тоже купим. Финальный суд такой. Гендальф. Мокрушник. Так. Сила ума куплена у меня. Свет пилигрима, да, надо. Два, три, четыре. Можно и вот это прикупить. Так, итого у меня еще 9000. Что можно купить? 1,8. Ну все. Окей. Открылся следующий уровень.